Ну что ж, друзья, вот и свершилось. Русский добровольческий корпус перешел государственную границу Российской Федерации. Доказательство прямо за моей спиной. Мы не воюем с гражданскими, не убиваем безоружных. Имейте это в виду. Теперь пришло время обычным гражданам России понять, что они не рабы. Поднимайте бунт, сражайтесь. Мы, бойцы русского добровольческого корпуса, записываем это видео из Брянской области. Мы пришли сюда не как ДРГ, а как освободительная армия на свою родную землю. В отличие от путинской армии, палачей и насильников, мы не воюем с мирными гражданами. Мы пришли сюда, чтобы вас освобождать. Призываем вас, возьмите оружие и боритесь с путинским, кремлевским, кровавым режимом. Слава РДК, смерть кремлевскому тирану!